Всем привет! На календаре у нас 8 сентября, а это означает, что у нас новости недели в Red Dead Online. Да-да, наконец у нас появилась возможность превращения, и нам добавили брошюру о витализме. Все об этом именно в этом ролике. С вами Готика, Сократ, погнали! Я похожа на волка. В Red Dead Online разблокировали легендарного оленя «Быстрая тень». Задание берется только у Гарри. В свободном режиме вы его не найдете. Также разблокировали листок о витализме, брошюру. Это превращение в животных. Чтобы получить листок о витализме «Олень», подойдите к Гарри и посмотрите просто на кат-сцену. Кат-сцена с Гаррет, открывающая игрокам брошюру о витализме. Последние исследования Гаррет привели к открытию новой связи между ней и некоторыми животными. Узнайте об этой связи, собирайте цветы гретума лекарственного и выполняйте инструкции на листовке о витализме. Как я понял, этот цветок на карте никак не обозначается, и его надо искать самому, как и коллекционные растения. Однако обновление интерактивной карты от Джиан уже в силе. В меню появился раздел, посвященный цветку гриетуму лекарственному. И он выделен желтого цвета. И существенно очень много мест, где он растет. Если вы бросите цветок гриетума в лагерный костер, то увидите оленя-призрака. Для этого дождитесь ночи, подойдите к лагерному костру и нажмите «Отдохнуть у костра». Затем появится надпись «Зажечь гриетум лекарственный». Судя по всему, это одно из тех животных-призраков, которые по предложениям дата-майнеров должны были появиться на Хэллоуин. Всего 4 брошюры, согласно информации от TS Fans. В течение следующих недель в РТО будут добавлены брошюры с кроликом, кабаном и опоссумом. В зависимости от разблокированной брошюры мы увидим соответствующее призрачное животное после броска цветка в костер. На этой неделе усыпите быструю тень и возьмите у него образец, и вы получите бесплатный жилет по своему выбору и 100 снотворных патронов. Убейте этого оленя и снимите с него шкуру, и вы получите 100 экспресс-патронов для карабина. Принесите Гасу шкуру быстрой тени, вы сможете у него приобрести, естественно, пальто. После того, как вы приобретете это пальто, вы в награду получите бесплатный патронтаж по своему выбору. После получения бесплатной брошюры «Витализм олень» игроки получат в подарок карту сокровищ. Одержите победу в хардкорной серии захватов, и вы получите в награду любую шляпу по своему выбору. Скидка 40% на все костюмы, вторую кобуру, оружейные пояса, а также скидка 30% на все карабины. Зарегистрируйтесь в Prime Gaming, это Twitch Prime, до 17 сентября, и вы получите пальто и кахи из шикарной кабаньей шкуры, 5 коробок с боеприпасами Nitro Express и 50 снотворных патронов для винтовки Вармин. На резком падении и оттоке игроков Red Dead Online даже такие замечательные новости и расширение наших игровых возможностей превращения в животных, посмотреть, как у костра выглядит дух оленя. Это очень интересно, но отток игроков очень существенный. Rockstar стоит уже задуматься над добавлением не каких-то там брошюрочек о витализме, а создание действительно полноценного контента и создание защиты от читеров, которой в данный момент нам не хватает. Это был самый короткий выпуск новостей недели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Огромное спасибо нашим спонсорам, которые поддерживают наш канал. Вы их видите сейчас на ролике.